Вот такое цветение у меня сейчас на даче. Это хризантемы. Такие красивые хризантемы у меня еще цветут. И никак у меня рука не поднимается их обрезать. Вот такие. Вот это вообще только начинает зацветать. Вот, посмотрите, какая красотка. Прям шарик. Это тоже на бутонах вся. Смотрите. Это тоже на бутонах. Вот в этом году хризантемы очень поздно начали зацветать. Посмотрите, какой шарик классный. Угу. Ну, наверное, не успеют зацвести. Уже буду обрезать, наверное. Вот сегодня 2 ноября. А хризантемы в полном цвету. Вот такие шары хризантемы.